привет! С вами Салимал, и мы находимся на территории Дома культуры. Сейчас вы здесь видите только горку. Ну а если вы проголосуете за наш проект, то уже этим летом, в 2018 году, здесь оживет сквер искусств. Для этого требуется совсем немного. Заходите на сайт «Живем на севере» и давайте вместе создадим свою мечту!